5 минут сюда выехали, вот брат Игорь стоит в машине. Значит, вот он в зал Иван Андреевич Дробот. И за Сергеем заехали, на себя подумаешь. Ну вот здесь не запускали, сколько время там нельзя, съемку вести нельзя, проходить нельзя, ну стоишь у дверей. Так, теперь рассказываешь, ты там был где и что тебе сказали? Так, ну я там был, мне сказали, что вот мы опоздали немножко по времени, что нужно было подавать заявление раньше, но сказали, что заявление оформлено правильно. Сказал мне, что вот сейчас я по повестке, у меня повестка на 7 число, прохожу медкомиссию, там сейчас точно не знаю, как у нас, что у меня там определят, какую группу, потому что у меня есть небольшие патологии в шейном отделе, то, что у меня проблемы с давлением, постоянные головные боли. И вот как сейчас будут там решат, они, получается, на медкомиссии. И, получается, после того, как закончу проходить медкомиссию, подаю заявление уже в том отделе, именно к самому военкому. И они уже там, в призывной комиссии, будут решать, как оно будет все обстоять. Ты не молчи, ты говори, когда спрашивают, а то тебя считают таким, что ты молчишь и молчишь. Зеленский уже вот так просил меня сколько раз. Уже военкома прислали фотографии и все. А как я пойду, когда не пускаю? Двери остановили, все, дальше идти нельзя, ты видел. Еще сейчас что он говорил тебе там? Ну, вот все, что сказал. Вот это, да? Да. Ну, что вот это заявление подавать именно в тот отдел. Так, подожди-ка, мы сейчас покажем, какие заявления. Вытащи вот это. Вот оно. Оно все здесь. Вот, подойди сюда, снимешь. Хорошо, чтоб сняли. Держи-ка. Так, заявление. Вот так медленно-медленно проводить только крупным планом, чтобы считать можно было. Не надо тебя подальше отвести маленько, чтобы она обходила. Вот так она должна у тебя обходить. А так постепенно веди. Не торопись только, чтобы... Снял? Уже. А ты тут не расписался на этом вот. Надо расписать. А ручка-то есть у тебя? Нет, там попрошу. Сейчас распишешься. Так, потихоньку, медленно проведи, чтобы считать можно было. Оно только на двух страницах. Что, не отрекаешься от службы. Будут, может, и вызывают священника, будут говорить Александр Невский. Это, скажи, мы не знаем. Мы знаем Алексея. Он принял схему. Это одно и то же вот это? Да, в двух экземплярах. Это копия, да? Да. Ну все тогда, больше ничего нету. А что у тебя вот это за документ? А это этот, как раз таки в медкомиссию проходил. Ну-ка покажи ее. И как вытащить так? Давай-ка. Это получается. Флюорографию проходил. Так. Вот синяя тут печать, все с ними косили. Говори, как снял. Снял? Держи-ка. А это я, получается, был в диагностическом центре неврологию проходил. Тихонько, медленно, чтобы можно было считать. Не торопись. Так, там дальше то же самое? Нет, там еще дальше. Другие они. Ну-ка, держи-ка. Какие правила тут? И все туда складываю. Сейчас я тебя в сумку достану. Не торопись. Все выскажу. Вере свое, как и для себя сделай выводы. Когда говорят, надо слушать уже. Видишь, сразу первое что? Опоздал. А я сколько лет? Каждый год. Ты же маленький был, от меня это слышал. Так, все. Тебе не нужны копии? Все тогда на этом. Давай нас сними напротив. Спасибо. На это напротив надпись.
почему снимать? Почему? Это нам не запрещается, это нам нужно, внутри нельзя. Ну то что, а мы сделаем сюда вышку? Да, сейчас заходить будет. Лишь делом зайдите сюда, не надо выходить лишним.